Санкт-Петербурге на шашечном поле встретились якутянин Николай Стручков и Евгений Кондраченко из Белоруссии. Данный товарищеский матч был запланирован после заявления белорусского спортсмена, что в городе на Неве ему нет равных. Тему продолжит Айсена Бурнашова. Два ведущих гроссмейстера по русским шашкам встретились весьма в интересном месте. В студии популярного интернет-канала «Фонтанка Офис». Заявление Евгения Кондраченко получило большой общественный резонанс. В городе даже организовали викторину на знание правил игры в шашки. Поэтому в студии также присутствовали и юные победители конкурса. Товарищеский матч проходил в прямом эфире. Игра состояла из 4 партий и шла по молниеносной программе. 3 минуты с добавлением 2 секунд за каждый сделанный ход. 3+2 – это именно с таким контролем проводятся и чемпионаты, и этапы Кубка мира по молниеносной игре. Также микроматч, жеребьевка начальных ходов и позиций. Чисто так визуально все как полагается. Последняя встреча двух спортсменов состоялась в ноябре этого года в столице Грузии – Тбилиси. Там якутянин вырвал у Евгения Кондраченко титул чемпиона Европы по шашкам 64. Поэтому сегодняшняя встреча стала для белорусского спортсмена неким реваншем. Николай провел очень красивую комбинацию, отдал 5 шашек и провел 4, и победа Николая. После первой победы у Николая последовало еще 2. Уверенные позиции на поле и качественное форсирование. По результатам игры со счетом 3-1 действующий чемпион России и Европы Николай Стручков одержал победу над белорусским шашистом. Я рад, что удалось защитить, так сказать, честь Петербурга. Хотя, конечно, это был просто товарищеский матч. Стиль Евгения известен, он игрок достаточно агрессивного стиля, любит идти на какие-то сложные позиции. В принципе, этим можно как иногда воспользоваться. Я, по сути, самый пробиваемый из всех гроссов. Да, то есть я, скажем так, довольно часто проигрываю, даже недопустимо, может быть, но еще больше выигрываю. Это мой стиль. Поставив под сомнение местных шашистов, Евгений поплатился проигрышем. Честь интеллектуального спорта северной столицы восстановлена. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Саха, Санкт-Петербург.